Пересечение Нововокзальной и Красных Коммунаров в Самаре. Торговля на рынке идет полным ходом, товар на любой вкус. Внимание полицейских привлек один из павильонов с сотовыми телефонами и не только. На витрине большой выбор сим-карт разных операторов, вот только продают их здесь незаконно. Я не продавал. Те сим-карты, которые изъяли, они кто их привез? Вы сами привозили? Нет, не привозил. А откуда они здесь? Для проверки телефонов. То есть в прошлом проверить? Да. А зачем так много? Ну, потому что. Продавец явно лукавит. Факт продажи сим-карт зафиксировали полицейские и свидетели. Кроме того, товар выложен на витрине. В итоге только в этом павильоне изъяли более 100 штук. Как они сюда попали, еще предстоит выяснить. Остальные продавцы решили не дожидаться проверки и сразу же свернули торговлю. Покупать сим-карты в непредназначенных для этого местах полицейские не рекомендуют. Неизвестно, к каким последствиям это может привести. При оформлении сим-карты данный гражданин должен был спросить у нас документы, удостоверяющие личность, и уже внести сведения паспорта в договор. Деятельность по распространению сим-карт, она должна осуществляться строго либо оператором связи, либо на основании договора физического лица или юридического именно, опять же, с оператором связи. А вот для чего покупают эти сим-карты, не секрет. Во-первых, они популярны у нелегалов. Никаких документов не требуется. А также с использованием незарегистрированных ни на кого номеров совершается масса преступлений и подготовка к ним. Жертвами злоумышленников могут стать и сами воротилы незаконного бизнеса. А пока этому молодому человеку грозит лишь штраф от 2 до 5 тысяч рублей. С начала года в Самаре изъято более 1500 сим-карт. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.